Doesn't look like we can reach it from down here. Так, ладно. Так, F, R и... R. И теперь осталось найти, где F. Слушай, ну это прям вообще. Блин, а я тупой. Не, ну надо же, а? Разбитые браслеты Лунды. Некогда превосходно, но без распущенной деталь брони. Так, браслеты Лунда. Мы улетим туда, да? Так, вот здесь, вот здесь. А мостик, мостик, мостик. Мост, мост. Придется искать другой путь. Видимо, впереди сейдер.
А другой путь? Repair my old armor for you. Hey, you happen to find my missing orb yet, though? Need something special? Hitting the road? Нет, мы там. Нет, это там сюжет, да? То есть мы откуда? Ты вот смылся. Указай-ка. А мы оттуда ничего не сможем кинуть. Понял, этого мы можем сбить только оттуда, с кручи, я понял уже. Я уже это понял. То есть нам надо как-то вот... С берега кинуть топор. Топор мы отсюда не запулим в него, да? Топор мы отсюда не запулим. Еще повыше. А еще повыше. Слишком высоко. Прицел пониже. Не дают просто нам его сбить. Вот отсюда вот. Другого я не вижу. Блин, надо же, а? Ты мужик, ты как мешаешься, ты набрал, а? Не дают нам попасть. Нет. Ну для чего ты эта полянка ты сделал? Пойдем сюда. Так, мне непонятно.
Пробуем, блин, искать. Пробуем. Еще раз. Для чего-то вот это есть? Да. Ага. А, кстати, вон она, F. Ладно. I think we can burn those vines from here. А думаю, отсюда можно поджечь лианы. Да я вот думаю, ладно, сейчас мы тут за одной штукой сходим. Сейчас мы сундук открыли. А это нам очень нужно. О! Идун! Это прям, ну, очень мудрее. Невротик, серебряный класс. Так. Это прям, я только рад этому. Так, ну вот... Да как там избавить от... Я вот пытаюсь туда закинуть. Вот ты видишь, не добрасывается она. Ага. Ладно. Только что же засвечивалось.
Так. Что такое? Все-таки мы сюда, блин, тупил, но все-таки как-то по-тупому он дошел. Ну пойдем наконец-то. Пока они потянут этот мир. Пойдем, Фрея. А вот то, что жизнь-то мы увеличили, это неплохо. Каково вернуться это в этот... Это вовсе не возвращение. Все переменилось. Типа, теперь я здесь чужая. Рунное слово, видишь? Мекин. Фига себе. Теперь мы сможем добраться до места свадьбы. Так, до места свадьбы мы с тобой доберемся. А где эти трупаки-то? Так, здесь мы не пройдем с ней, да? А, мы можем проплыть. Пойдем. Мы можем проплыть, все понял, тупой. Еще тупее, блин. Тупой еще тупее, блин. Так, дорогие друзья, еще раз всем напоминаю. Вот тут вот ящичек стоит. Я тут это самое, и не все. Вот тут вот один, видите, стоит. Этот самый. Чтобы знали, кому это поможет, чтобы тут никак я не тупил. Нет, ну если у монстра, может, и не надо будет тупить. Потом вот тут возле гномов, там, возле вот гномов, где мастерская, у них есть. И возле вот цепи, когда наверх подниметесь, вот на эти вот, там, о, блин, да тут тоже есть. Можно прям, да, быстро подниматься было. Ладно, поплыли, пошли. А как же нам сюда-то попасть? Попробуем как-нибудь. Принять прошлое не так-то просто. Хватит. Да, представь себе. Мы были, я верил, что правда будем жить в мире. Но это моя ошибка. Да. А это такое? Сокрытый проход.
О! Таинственная сфера, которую просил Луна. Она очень ловкая и совсем не выглядит хрупкой. Я же говорил. Дорогие друзья, тут еще один рундук. Любопытно. Так, вон она, еще одна хрень. Так. Яконый бабай, вот это мы зашлись тут. Ха. То есть это мы должны как-то попасть сюда. Но мы отсюда никак. Нет. То есть мы должны развалить вон ту херню. Нет, это надо залазить вот на ту вот хрень, наверное, как-то. Но отсюда мы явно не дотянемся туда. Ладно. Пойдем дальше. Еще метки сейдер. Вот что они превратили это место. Таинственную сферу ей принести. Кераса Лунды. Еще маленькая сфера, дадим это ей. Потерянные браслеты выпал. Так, найти разбитые браслеты. Так, а как это говно нам Ого! Бегай себе! Пойдем наверх.
Если ты не понял. Че он завис-то? Эй, Кратос! Узнал что-нибудь? Жертвы должны быть принесены, если сделать это, хватит смелости только у меня. Жизнь мой крик, смерть моя песня, кровь моя вера, я вместе через боюсь, у меня тоже не затешительная. Мы с ней знать асов. Слушай, непонятно мне. Вот так, интерьер поправили. А то тут мы какие-то дела не доделали, да? Интерьерчик поправили. Это те заблудшие души Севера, друга Гунди. Они были когда-то не выглядят, правильно? Ладно, давай взглянем сюда, здесь что? Ага. Здесь нам лут нужен! Лут! Неплохо. Опыт.
Are we done? Все. All be done. Освобождаем, ребят. That's the last of them. Damn it. I knew these souls. I would have thought them smarter than to meddle with. Я знал эти души, как они могли додуматься. Были в отчаянии. А теперь они погибли. Good riddance. Ты себя винишь. И что? Это не принесет облегчения. Вернемся к Гунхильде. Или хочешь еще полиция? Не хочу. Тихо. I wish things had gone differently, but these Saver are at rest now. We'll have to find a way through this debris. Ага. It's explosive! Be careful! Ага.
Подожди. Вот нам откуда надо было. Да нет, я отсюда и пытался. А оттуда кидать без пользы. Ну надо же, мы поймали. Неплохо. Понял, то есть где-то тут есть место. Что-то написано, брат. Да. Обожаю легенды и метки. Блин, как вот тут вот. Друзья мои, как запилить эту... Да не летает она вот туда. И там. Мы, видишь, не смогли подняться. Я там еще один. Или там как-то вот оттуда, что ли. Да нет, как-то вот она. Да. Да не должно быть тут вообще, ты тихо. Не добросить отсюда. А может быть с этой штукой? Да нет, мы с ней не поднимемся. Я уже как-то пробовал. Ладно, это давай, Брун. Что-то мне принес. Брунгильда. Хелька все сделалась, так скучал. Ее любимая игрушка. Из моего снаряжения я его отремонтирую и даже платы не возьму. И вообще, это любой гном уже. Но если бы вы его не знали, не стали бы искать мастера. Так что простите. Good thing you are so cautious, brother. Quiet. He's right, Mimir. Show respect. Да, но брат проявил уважение. Прищелка могла бы нас всех увидеть. Do not laugh. That's hard not to, brother. Try. This is love. Okay. Ладно. Okay. Ладно.
Так. Ready when you are. Damn, am I good or what? Это мы посмотрим. Good fit. Ладно. Броня, да. That'll keep your bits in all the right places. We got more lip flapping to do or no? Труд завершён. Восстановили. Ну, давай посмотрим её. Лунды. Защита, удача и рун. Парирован был для высоких шанс, зависящий от удачи. Дополнительный урон, ну это... Ну ладно, задание выполнили, и это уже хорошо. Но вот как добраться вот до этого вот? Как вот этого говна добраться-то? А там что-то солидное. Вон, если в лузу прям запулить. Но она не летит туда. Чуток ты глянь. А выше. Повыше. Нет, да. А выше. Где-то она должна быть. Странно. Why do you yawn? Force of habit, I suppose, since I don't sleep anymore. Although, it's far more confounding that I'm the tired one. I've seen you stay awake for days at a time. Я же видел целыми днями ходишь себе сна. Даже глаз do not nap. Oh, tell that to Thor. Подожди, подожди, подожди. То есть где-то туда... Ладно. Там что-то интересное есть. Поехали дальше. Сфера броня сделали. Ладно.
Через Фрею лупим. Прости уж, Фрея. Через тебя. Ну ничего. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Через тебя, Фрея, лупим. Так, нам надо же туда как-то подняться, да? Это ее храм. Так, дорогие друзья, а как мы там поднимем? Вы видите? А подняться мы можем, как я понимаю, только вон через ту... Нет, но если здесь есть... Блин, да еще и этот летает, гад. Но я думаю, бить его надо вот с этой вот фигни. Это так мы будем долго целиться. Так. Вон, ну наконец-то. Я... Ты знаешь, почему я ушла той ночью? Могу лишь гадать. Он показал мне свою истинную цель. Один попросил на него и стал швыряться подряд. Я отказал, он пошел в яр, стал швыряться подряд. Он ведь мучается, разворотил комнаты, а после была лишь холодность. Я пытался как могла, но никто не смог бы жить так, королева. Так, тут же этот летал, только что ворон. Ой. Так. Угу. Гад, а? В том сундуке что-то солидное лежит. А вот как туда добраться до этого солидного, я пока не знаю. Блин, прицел никак. Ты видишь, как он? Так, ладно. О, ладно. Вот здесь где-то он сейчас, надо будет ждать. Ах ты, немножечко, а?
повыше надо было. Блин, да тяжело попадать так вот. Траекторию рассчитать. Сейчас он подлетит. Много времени уходит вот на это вот. Слушай, неплохо, а? Прицел. Чуть-чуть сюда. Тут главное... Время подгадать полета. Так. Да блин, сколько же вас? Давай, давай. Что-то интересно, брат. Все, что я смогу. Так, под сердце ровно 6 лет просто поделим сильно царапок колено. Хм.